Я надеюсь, что этот год, который пройдет в составе Национальной гвардии, будет не бесследным в вашей жизни. Все вернетесь возмужалые, сильные, здоровые и готовые в любой момент защищать нашу Родину. Добрый путь! Я закончил школу, после 9 класса пошел учиться в Искитимский техникум, отучился на сварщика. Диплом забрать, к сожалению, не успел, призвали в армию, поэтому заберу только через год. К службе вообще хорошо отношусь, косить не собирался, бегать тоже не собирался. Как бы призвали, я пошел. Жду получения каких-то особых навыков важных. Это самое главное, побольше ездить куда-нибудь на учения, обращаться с оружием. Военная служба – это почетная обязанность гражданина. Это школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из любых жизненных ситуаций. Ну, главное, чтобы, оглядываясь после армии, не было ни стыдно, только достойно отслужить. Обрести армейских товарищей, как показывает практика, что это самые надежные, самые верные. Потом вот после армии многие именно вот ценят дружбу, потому что очень многое вместе проходят. Так что будем ждать. Ну, сын воспитан хорошо, поэтому, думаю, мне за него не стыдно будет. Вот что, сынки, военная служба не мед. Будет трудно, будет сложно. Но эту дорогу должен пройти каждый себя уважающий мужчина.